Значит, еще что хотелось бы сказать в комплекте. Вот такой пульт. Мы... Четыре батарейки. Вот такой обычный 2,4 гига частота. Все тримируется. Этим будем заниматься потом. Триммер и так далее. Вот. Не знаю, насколько этот производитель хорош в пультах, в радиоаппаратуре. Посмотрим дальше. Инструкция с всякой, можно сказать, лабудой. Нужно, не нужно под амортизаторы вставки. Тоже разберемся. Аккум, как я уже говорил, емкость 2000 мАч. Ну, фигня на самом деле. И, что интересно, простенькое зарядное устройство. Ну, пригодится. Все, всем пока.